Россия – это то место, где ты можешь встретить родную душу абсолютно, абсолютно где угодно. Есть мнение, что за 5 минут до смерти все становятся просветленными, то есть дух, душа и тело, но соединяются вместе. То, чего нету в жизни. И я считаю, что я еще пока что не соединен. Поэтому говорить, что я стал собой, еще рано. Каждый человек себя однажды спрашивает, кто я? Для чего это все? Это небо или это моя иллюзия? Это вкусно или мне внушили, что это вкусно? Кто я? Это то, что я называю работа над самим собой. Это встретить самого себя. Для меня движение – это энергия. Вот даже мне плохо, даже там, ну, я не знаю, болит что-то там. Я иду и бегаю, и это мое лекарство. И я за то, чтобы люди двигались, конечно, чтобы они дышали, двигались и издавали звуки. Я об этом всегда говорю на всех своих семинарах. Однажды сказал я, мне будет достаточно того, что в то время это были тысячи, сейчас это может быть сотни тысяч людей, которые начали рано вставать, бегать кроссы, следить за работой кишечника и так далее. Очень-очень простые вещи. И все простое, оно гениально. Человек всегда ищет себе индульгенцию. Что в спорте, что в медитации, что в йоге, опять же. Идут в йогу только потому, что Мадонна занимается йогой. Мадонна перестала заниматься йогой и пошла в Каббалу, и все стали с красными нитками ходить. И при этом, чё Каббала? Какая йога? О чем это? Йога – это огромнейшее наследие, огромнейшее. Но почему-то культивируется только практика асан, которая является сегментом этого большого наследия. И то же самое во всем абсолютно. Когда человек реализован в себе, у него нет компромисса. Ему не нужна индульгенция. Потому что люди думают, что я луна. Нет, я тот палец, который показывает на ту луну. И все. Я привожу человека в то место, где есть рыба, и даю ему удочку. И если я ему дам плохую удочку, он эту рыбу не поймает просто. Это было ваше дело, прийти там ко мне или не прийти. Но уж коли вы пришли, я вам хочу дать 100% оружие какое-то. Ты просто собиратель практик. У тебя есть вот эта нитка, да, на шее, и ты туда бусинки вот эти вот нанизываешь. И твое ожерелье, вот это, оно с годами становится богаче и красивее. Я делюсь своим опытом. Конечно, это деление чем-то таким сердечным и очень искренним. И, опять же, перед собою честным. Я очень люблю делать то, что я делаю. Дурацкое слово, но я очень в этом профессионален, то есть этичен. Прежде всего, этичен. И, зная свое воздействие на людей, особенно когда я это реально знаю, весь профессионализм идет из того, чтобы, первое, не навредить, а второе, сдвинуть человека с мертвой точки и при этом дать ему правильные инструменты, потому что то, что подходит одному, не подходит второму.
а второму не подходит десятому. Это реальное искусство. И это не то, что перфекционизм какой-то, да, это ответственность. Огромнейшая ответственность. Я перебрал и пропустил через себя огромное количество практик. Все практики искажены, увы, потому что мало профессионалов, а второе, люди не хотят работать. Это то, что я вижу в фитнесе, допустим, то же самое. Все те программы, где нужно реально шевелить булками, они пропадают. И то же самое происходит во всех этих делах. Те практики Оша, которые, допустим, он создал, динамические практики, да, медитации, потому что он пришел к тому, что состояние современного человека, его ума, базово, конечно, нужно шокировать. А шокировать проще всего через тело. Бежать на одном месте с поднятым там вверх бедром и руками, или прыгать, или еще что-то. И это физически тоже тяжело. Но потом, прорвавшись за все сопротивления ума и все остальное, это тебе доставляет огромное удовольствие. Но прорываются единицы. Мне, конечно, интересно узнать что-то новое в работе с телом. Вот если где-то в мире есть какой-то вот университет, именно университет с очень высоким качеством преподавания, потому что я учился всю свою жизнь до того, как я начал учиться встречать самого себя, абсолютно, абсолютно без интереса. Абсолютно насильственно и никчемно, и это было ужасно. И вот если бы сейчас, во второй половине жизни, скажем так, осознанно пойти учиться тому, что тебе интересно, я бы поскакал туда просто на собаках, оленях и на всем остальном. И пешком бы, и ползком бы, но я бы дополз, и я бы учился большими буквами, потому что это мне интересно. Я в поиске. Все, о чем я обычно говорю, или то, чему я учу, или то, от чего я отталкиваюсь, это энергия. Я не стесняюсь говорить многие слова, которые люди обычно просто стесняются говорить. Про любовь, про сострадание, про честность, про какие-то темные стороны своей натуры. Все открыто. И поэтому мне нечего бояться, потому что я ничего не скрываю. Я обычный человек, но в моменте я творец, конечно. А так я обычный человек. То, к чему я устремлен, это, конечно, свет. Что для тебя Бог? Вот для меня Бог — это свет. Счастье, конечно, оно во всем. Оно в моих детях, в моей семье. Это безусловнейшее, это моя работа. Мне говорят: а что тебе нравится в твоей работе? Я отвечаю очень просто. Мне нравятся лица людей. Вот час назад и после меня. Это другие лица. Потому что через них начинает проступать тот свет, о котором мы говорили 4 вопроса назад. И меня это радует. Миру не хватает прежде всего любви, естественно. Вся проблема планеты Земля, их две проблемы. Первая — то, что у людей энергия вверху в голове, и производная из этого, что люди переполнены гневом. Если убрать две вот эти составляющие, мир изменится. Однозначно. Однозначно.
И сказать что-то людям из этики очень сложно, потому что это буквально несколько слов вместо каких-то проповедей там и всего остального. Я всегда говорю: слушайте, живите чисто и честно, и все у вас будет хорошо.